Хватить. Черная змея. Говорят, змеиное мясо на вкус напоминает курицу. Что ж, надо попробовать. Для начала срежем мясо с костей. Как и думала, оно совсем не жирное. Приготовлю его как куриную грудку. Нарежем на небольшие кусочки, добавим сахара и слегка перемешаем. Дадим постоять. Теперь добавим соль и рисовое вино. Теперь приготовим соус чили. Начнем с основных приправ. Я очень люблю добавлять эту. Когда мясо впитает все саке, присыпем его картофельным крахмалом. Разогреем на сковороде имбирь и чеснок и добавим мясо. Жарим, постоянно помешивая, добавляем соус, а также белый и зеленый лук. Раскладываем по тарелкам, посыпаем зеленым луком и готово! На основе рецепта чили с креветками я приготовил чили с черной змеей. Это курица, обычная курица. Очень вкусно! Слышь ты, меня тоже корми!